Всем привет, с вами Александр Навасов, и сегодня мы играем в GTA San Andreas, и это пятая миссия «Новый шериф в Лос-Сантосе», и мы сегодня играем за Гроу-стрит, что? У нас есть напарник, мы на крыше, что такое? Так, у нас время вышло, что такое? Что такое будет? Может там надо? Или что? Что делать? Опа, приехали! Смотрите, приехали кто-то. Бандиты какие-то. Так. Смотрите-ка, приехали какие-то бандиты. Баласы, и нам надо баласов мочить. Но почему-то мы не за копа. Странно. Странно, да. Впервые такой. Ну, не впервые, конечно, ну да ладно. Все равно интересно, смотрите, там еще один чел наш. Смотри, бегает там, коробку сшибает. Так, и что нам надо делать? Там пушки валяются их. Так, и что нам надо делать-то? Объясните мне. Вон они. Раз, два, три. Чё больше? Вот еще они! Наших там валят уже. Надо валить тоже их. Так, все, завалил я их. Наш что-то не в теме. Что такое происходит? Так, пару секунд нам дали еще. Это типа кто? На тебе. Тебе меня не убить. Смотрите, этот гранатомет мне может пригодиться. Не знаю для чего, но пофиг. Так, а теперь у нас полиция. 2 минуты нам надо. 3, точнее. 2 минуты нам надо. Ну, смотрите, они что-то мочат их. Вот, у меня шанс есть получить этот автомат. Хоть что-то получить. А то как... Я весь спрыгнул, наверное, не надо было спрыгивать. А копу вообще насрать. У меня 2 звезды. 2 звезды? А, ему вообще насрать, походу. Ему насрать вообще, смотрите. Тебе насрать? Ему насрать. Ну и мне насрать. Убил. Так. Что-то какие-то менты на этих мотиках приезжают. Один. Где ж тачки? О, еще один мент. Я типа так будет все время? Типа, сколько я их буду убивать, они все будут на мотиках приезжать. 4 мотика уже, офигеть. Так, ну у меня осталась минута. Что я должен что-то делать? Так, что ждем? Приехали на своих машинах тут. Еще теперь и полиция за мной будет гоняться, да ладно. Так, ну и что, куда мне бежать-то? Может мне убежать куда-то надо? Хрен тебе, ты меня не убьешь. Так, ну где мне отсидеться-то? Здесь, что ли, где-то отсидеться? Тачка приехала, ребята. Так, убил. А это что сидит? А, его тоже убили уже. Круто. Минута осталась. Еще один на мотике приехал. Пока что я совсем этим делом справляюсь. Убиваю пока этих полицейских. Так. Наши стоят, им вообще насрать. Что здесь происходит? Копы то, что лезут уже. Они отстреляли, там что-то сделали, и все. А эти разговаривают что-то. Им вообще пофиг как-то. То, что здесь стрельба происходит. Все, копов нету. Но звезды есть. Оживили копа. И он нас начал дубасить руками уже. Видимо, ему оружие, то, что я у него забрал. Он начал меня дубасить руками, вот этот вот коп. Ах ты гад. 15 секунд. Давайте, 15 секунд. Ждем. 10 секунд. Три секунды. И чё такое? Оба, мы за копа играем. Так, окей. Типа нам надо ехать туда, на Гроув-стрит. Пистолет есть, напарник есть, все нормально, мы коп. Я-то думал, миссия будет без копа, нет, с копом. Так, нужно это включить. Типа, мы же едем. Так, а мы должны туда по-моему, доехать. И завалить всех остальных. Круто.
Давайте так и сделаем. Немного тачку разбил, ну да ладно. И потом все равно заменит. Так, а что там больше копы не едут? Типа мы теперь в роли копа, которому даже их остановить. Окей, окей. Я их даже арестовывать не буду. Чё, кто там остался? Так, а чё такое? О, цель появилась! Цель! Цель, цель, цель. Окей, а где она? Эй, это же этот парень! Мы должны его догнать? А чё, куда он побежал-то? Он бежит куда-то. Мы его должны остановить, по-моему. Блин! Вот меня уже остановили. Окей. Так, у нас же есть снайперка, по-моему. Сейчас мы его остановим. А пушки-то его остались, ладно. На тебе, гад. Сейчас. Промахнулся немного. Далеко он. Так. Блин, я в него не попадаю. Попросту. Но он меня, походу, будут мочить, по-моему. Так, я вроде ближе стал. Все, всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Анвасов. Мне понравилась эта миссия. Ну и вам, наверное, тоже. Всем удачи и всем пока.